Всем доброго времени суток, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим такой вопрос, как заполнение налоговой декларации, чтобы сэкономить 24% от доходов, полученных на YouTube. Итак, мы преодолели порог оплаты в $10. Кто не в курсе, что такое порог оплаты, посмотрите предыдущее мое видео. Ссылочка будет внизу, под описанием к этому видео. Ну что ж, а мы начнем заполнять декларацию. $10 собрано, и в настройках платежей требуются наши действия дальнейшие. Сразу признаюсь, с первого раза мне не удалось уложиться во время, предназначенное для заполнения декларации. И поэтому пришлось ее заполнять во второй раз. И именно вторую попытку сейчас вы и увидите. На заполнение вам надо потратить не более 20 минут. Во вкладке «Платежные данные» нам предлагают добавить налоговую информацию. Жмем «Заполнить». Предупреждают о лимите времени. Заходим в свой Google аккаунт. Подтверждаем, что мы являемся физическим лицом, а не юридическим. Жмем «Далее». Являетесь ли вы гражданином либо резидентом США? Жмем «Нет». Далее. Выбираем налоговую форму W8BEN. Нажимаем «Далее». Заполнить ее. На латинице начинаем заполнять форму. По проблемам с написанием может воспользоваться, как и я, Google переводчиком. Вставляем свои данные или вписываем форму. Выбираем страну проживания. В данном случае это Россия. Вспоминаем, куда мы засунули свой ИНН. Находим его и вбиваем данные вот в эту вот графу. Иностранный номер налогоплательщика. Жмем «Далее». Переходим на следующую страницу налоговой декларации. И здесь мы видим, что нам предлагают, значит, заполнить место проживания. То есть мы пишем город, улицу, дом, квартиру. Все это вписываем в эти ячеечки. Видите, я пользуюсь Google переводчиком. Как все записи, тут тоже производятся на латинице. Единственное, что вы можете вот на кириллице тут выбрать, это край, область, где вы проживаете. Делайте свой выбор, где живете. Не забываем писать свой индекс. Это обязательное поле для заполнения. Далее я нажимаю, что мой почтовый адрес и адрес постоянного проживания полностью совпадают. И жму кнопочку «Далее». На следующей странице нас спросят, претендуете ли вы на пониженную налоговую ставку в соответствии с соглашением об избежании двойного налоговложения. Естественно, мы нажимаем «Да» и подтверждаем наш выбор. Далее в очередной раз подтверждаем страну проживания, в данном случае Россия. Спускаемся ниже по страничке и переходим к самой сути налоговой декларации, а именно к специальным налоговым ставкам. Тут нам особого выбора не предлагают. Слева мы выбираем единственную статью из вариантов предложенных. Справа выбираем срок, налоговую ставку. Вот. И также далее прожимаем все эти птички, галочки. Слева статья, справа нулевая налоговая ставочка. Вот. Все это делаем быстренько и нажимаем «Далее». Переходим на страничку предварительного просмотра. Кто желает, может все это дело пооткрывать, посмотреть. Нажимаем птичку, галочку и жмем кнопочку «Далее». Переходим на страницу сертификата налогоплательщика. Также на латинице забиваем свое фамилия, имя, отчество. И подтверждаем, что форма заполнена лично нами. Подтверждаем свою подпись. Ставим птичку, галочку. Жмем «Далее». На следующей странице нас спрашивают, нанимали ли мы наемных рабочих на территории Соединенных Штатов, либо использовали какое-либо оборудование на их территории. Нажимаем «Нет» и подтверждаем. В графе «Affidavit» в изменении налогового статуса, если у вас до этого не было платежей с AdSense, нажимаем верхний чекбокс и жмем «Далее». На последней странице нас спрашивают, в каком виде мы бы хотели получать документы налоговой отчетности США? В электронном виде, либо по почте. Вот, я выбираю вариант в электронном виде. И нажимаем кнопочку «Отправить готовую форму». Так, ну на том конце провода хотят удостовериться, что я – это я.
не какой-нибудь злой хакер, и просят меня прислать какой-нибудь им документ для удостоверения личности. То есть паспорт, водительское удостоверение. Ну, что-нибудь сейчас пришлем. Так, заходим на Яндекс.Диск и скачиваем свое водительское удостоверение. Очень удобно на диске хранить такие вещи. Не надо с собой постоянно таскать кучу документов. Если что, можно с телефона тоже отправить. Так, скачиваем его и отправляем. Так, налоговая информация отправлена. Как только она будет проверена, мы сообщим вам об этом. Возможно, понадобятся какие-то другие документы. Обработка займет несколько дней. Ну окей, окей. Форму W8DN отправили, статус на рассмотрение. Пин-код вот 24 числа выслали. Действующая ставка 30%. Много. Так, и что мы тут видим? 24 декабря выслали письмо с пин-кодом. Обычно доставка занимает 2-4 недели. Когда вы получите письмо, введите пин-код, чтобы подтвердить свой адрес. Ну что ж, остается только ждать. На этом я заканчиваю свое видео. Друзья, всего доброго, всем удачи, с наступающим Новым годом!